коленке в самых базовых конструкторах, которые запускают новые сервисы. Вот за этими стартаперами, за этими молодыми звездочками в тревел-техе и есть будущее, потому что то, что они делают и запускают, оно работает. И оно уже сегодня у них монетизируется. И они делают сервисы, которые после запуска зарабатывают первые деньги на следующий месяц. Вы знаете, я помню, как создавались большие конгломераты. Это не так работает. А вот у этих ребят получается. Поэтому наша сегодня задача — найти всех стартаперов в Российской Федерации, которые работают в тревел-техе, и оказать им поддержку. И если у нас есть органы исполнительной власти из регионов, услышьте меня, пожалуйста, мы всегда готовы, очень открыты к диалогу. Причем отвечаю здесь не только за себя, как за общественника, амбассадора общенационального союза индустрии гостеприимства. Мы готовы это курировать на общественных началах, но также и за коллег, сидящих в президиуме. Уверена, они тоже поделятся, что они со своими компетенциями готовы в регионы приезжать. Я знаю, Кирилл, что если ты не отберешь у меня микрофон, а сегодня ты не можешь этого сделать, потому что он стоит на стойке, я не закончу. Ну все, я передаю тебе слово, спасибо большое. Анисия, спасибо тебе большое, прежде всего, за то, что задала правильные тренды. Как и своими мероприятиями, своими выступлениями, так и сейчас дискуссии. Действительно, ну, моя компания, руководителем которой я являюсь уже 8 лет, Travel Rush News, не только является СМИ в туристическом бизнесе, заточенной на IT-технологии, но и 8 лет мы организуем мероприятия различного уровня именно в этой сфере. Я могу сказать, что мы прошли очень долгий путь до того, чтобы рынок понял, ушел с листочков и таблиц в Excel до ERP, CRM-систем, систем онлайн-бронирования, действительно ощупал и понял, в чем является его выгода, как, облегчая все бизнес-процессы, он освобождает свой разум и свои руки для самого главного, что, собственно, пытается добиться бизнесмен. Прибыли, новых креативных решений, собственно, которые далее можно будет монетизировать и отправиться дальше к следующему пункту развития своего проекта. И вот сейчас действительно сидят крупные компании, которые готовы вам в этом помогать. Есть определенная синергия в этом всем. Они готовы инвестировать, они готовы помогать экспертизой, аналитикой. Это действительно, то есть этот год, несмотря на всю его сложность, это такой шанс для всех инициативных проектов, людей, тех, кто думает, начинать или не начинать в этом году, определенно стоит. Вот мы месяц назад делали Travel Startup Day вместе с обществом Travel Startups и Московским инновационным кластером. Я могу сказать, что не только крупные финансовые компании заинтересованы в проектах, но и уже состоявшиеся средние компании, IT-компании, ну, в частности, такие как B2B Островок, S7 и так далее. То есть они заинтересованы в том, чтобы находить вот эти вот небольшие локальные проекты экспертов, которые могут интегрировать свою среду в свою систему, тем самым снять боли и заниматься своим основным бизнесом. Поэтому это ваш шанс, и сегодня мы стараемся показать весь спектр возможностей, в том числе начиная от крупных компаний и спускаясь к более мелким территориальным консорциумам, которые работают от потребностей региона. Ну вот так, наверное, мы и пойдем дальше в нашей сессии. И я хотел бы передать слово лидеру отраслевого центра «Туризм» в компании «Сбербанк» Константину Маркову, который расскажет о глобальной стратегии как банка, так и поделится статистикой, аналитикой по предпочтениям туристов, как они в данный момент изменились и как мы это можем использовать для развития внутреннего туризма, регионального туризма. Константин, тебе слово. Здравствуйте, Марков Константин, «Туризм». Небольшая должна быть презентация у нас. Да, большое спасибо. Мы, конечно же, тоже в Сбербанке столкнулись в прошлом году с резким падением показателей операционной деятельности в сегменте туризм, потому что это была одна из наиболее пострадавших отраслей у нас в банке наряду с остальными. Но, тем не менее, для нас стало большим достаточно удивлением то, что наша клиентская база оказалась стабильной. То есть она осталась примерно на тех же процентных уровнях, на той же выручке, то есть вот этот сегмент, на который мы раньше системно не смотрели, как на все его многообразие, он продемонстрировал некую уверенность. Это дало нам понимание, дало нам уверенность в том, что если мы что-то продолжим делать для туристов, для туристического сегмента, причем в любом его вертикали, B2B, B2G, B2C направление, то, скорее всего, мы можем найти взаимополезную синергию. Мы, конечно же, наблюдаем за тем, как
как развиваются события сегодня. Да? Мы хотим знать тренды, мы хотим знать то, что происходит в ожиданиях туристов, то, как реагирует рынок на это. Соответственно, мы за этим наблюдаем, мы наблюдаем за предпочтениями туристов, мы наблюдаем за тем, что будет формировать рынок в ближайшие полгода, год. Краткие, соответственно, выводы у нас здесь представлены. Это и популярность внутренних направлений, экотуризм, оздоровительный отдых, staycation, workation, pleasure, все эти популярные неправославные названия. Они у нас, соответственно, тоже мы наблюдаем за этим, смотрим, накапливаем статистику для того, чтобы знать в том числе, куда двигать наши следующие продукты и следующие разработки. Но что есть на текущий момент у нас уже в запасе? Что мы придумали для туризма на текущий момент уже, по большому счету, в стадии коробочного решения. Это, прежде всего, большие данные. Мы научились смотреть на всю нашу внутреннюю транзакционную аналитику, на аналитику наших дочерних обществ, на ту аналитику, которая есть у наших партнеров. Мы научились выделять там туристов, мы научились выделять их профиля, мы научились понимать, где они тратят, как много они тратят, на что они тратят. Мы научились даже немножко прогнозировать ближайшее самое будущее. Также у нас есть сервис геоаналитики и картографическая история, которая позволяет нам дополнять то, что мы нашли, некими практическими выводами на этапе, когда мы пакуем это все под конкретного заказчика. Здесь очень важно, я всегда это говорю на всех площадках, что мы в определенный момент времени сами для себя приняли такое решение, что наши большие данные – это не есть какая-то большая тайна под семью печатями. Мы сознательно часть больших данных публикуем абсолютно бесплатно. И примером такого подхода, такой как бы, ну что ли, культуры взаимообмена тем, что у нас есть и что может оказаться у конечного заказчика, является наш индекс регионального туризма, который находится на странице Сбериндекса. Там мы посмотрели на всю страну, мы посмотрели на нее с глубиной 3 года, с ежемесячной дискрецией можно выбрать любой регион и по 6 дашбордам изучить, как развивался туризм, по каким параметрам, каких достижений он достиг. Важно, что нас поддерживают такие уважаемые игроки, как Веб, СКБ «Стрелка», у них тоже после нас запустился подобный проект. Они точно так же поделились своими наработками в разрезе всей страны. И это очень хорошо, потому что это в целом поднимает общий уровень взаимодействия между нами и государством, между всеми тем, кто интересуется темой большими данными в туризме и теме их применения. Фактически, использовав эти две большие организации, можно собрать портрет региона буквально за 2-3 минуты. И я здесь всегда привожу пример двух, на самом деле, интересных субъектов, которые мы нашли в нашем изучении. Это Республика Алтай. Это абсолютный лидер за последние 3 года по росту туризма. Лидерство Республики Алтай, оно обеспечено, как вы видите, здесь 5 параметрами. То есть здесь и выручка компании, и продолжительность поездок, и объем трат, и, соответственно, количество туризмов на протяжении 3 лет. Это единственный регион, который продемонстрировал столь мощный рост по столь большому количеству параметров. Еще один уникальный регион – это Республика Карачаево-Черкесия. Это единственный уникальный регион в нашей стране, который за последние 3 года, с учетом пандемии, растет по такому параметру, как лояльные туристы. Очень сложно добыть такой параметр – это те туристы, которые возвращаются к вам на протяжении 2 лет. А здесь мы также можем видеть 10 лучших регионов. Мы специально собрали их в одном месте – выпустили об этом большое исследование, которое также открыто, абсолютно бесплатно, находится на портале Сберпро в разделе «Туризм». Там можно почитать по каждый регион из них поподробнее, по каким параметрам, по мнению Сбера, эти регионы прирастали за последние 3 года. Отдельная история – это эволюция самих клиентов, эволюция заказчиков. Здесь я привожу пример 2 сделок. Сделка, которую мы делали с Хуау Югра, это наша первая пилотная сделка, наш первенец, это прошлый год, первый квартал. И очень интересно смотреть, что если взять тот уровень потребностей, который был у региона, ну, у бизнеса в регионе год назад и сейчас, это кардинально разные вещи, потому что год назад
нам задавали вопрос: помогите посчитать количество туристов, помогите там отделить бизнес-туризм от простого туризма, помогите там уточнить количество трат и так далее. И это было год назад. Сегодня сделка со Смоленской областью, которую мы недавно заключили, которую поставили данных, ставит перед нами уже другого рода задачи. Они хотят менять программы государственной поддержки. Они хотят использовать эти данные для того, чтобы и интегрировать в решения по инфраструктуре. Они хотят понимать эффективность проведения тех или иных мероприятий. То есть они хотят, чтобы эти данные служили управленческим решением. И здесь, в том числе для нас, для Сбербанка, настал тоже определенного рода перелом. Мы понимаем, что наличие больших данных, поставка больших данных уже не является преимуществом. Это все должно быть частью нечто более большого. Соответственно, мы придумали некую такую стратегию о том, как все это дело взаимоувязать, как работать на благо развития регионального туризма. И на этом у нас, соответственно, есть три этапа, на которых Сбербанк будет представлен в том или ином виде. Первый этап – это мастер-планирование, о чем также сегодня будут говорить наши партнеры. Это уже достаточно мощные документы, которые содержат в себе как и большие данные, так и градостроительную историю, так и архитектурные концепции, внутри которых находятся инвест-лоты, которые банк может кредитовать как инвестор, может выступать кредитором инвесторов. И для этого, соответственно, у них есть соответствующие схемы. Третий этап – это, собственно говоря, туристическая платформа. Это то IT-решение, которое должно появиться у нас к концу года. Об этом тоже чуть подробнее расскажем. Соответственно, мастер-планирование. В чем ключ и в чем преимущество мастер-планирования на стыке банка? В том, что банк может уже на этапе разработки бизнес-идей оценивать их эффективность и инвестиционную привлекательность. Мы сразу можем давать понять коллегам по цеху, которые делают какие-то концепции, которые делают свою работу хорошо, зайдет ли эта история в банк и помочь сделать ее банковской. Почему? Потому что у нас на то есть инструменты, в том числе государственно-частного партнерства, когда мы можем увязать взаимный интерес региона, бизнеса, власти и вместе на этом заработать. Что касается платформенного решения цифровизации отрасли, здесь у нас совершенно очевидно есть три направления, по которым мы видим ключевые потребности взаимодействия с туристами, с бизнесом, взаимодействия с государством. Внутри этих трех направлений у нас есть три ключевые функции, которые нам кажется, что будут интересными. Ну, например, это непосредственное там, пакетирование турпродукта. Это, например, с точки зрения бизнеса, это, например, анализ привлекательности туркластера для того, чтобы войти туда или не войти своими деньгами. С точки зрения, например, региона, это продвижение регионального суббренда и вообще создание, по сути дела, такого, ну что ли, механизма, когда мы можем продвигать ту или иную область, авторские туры. И в этом смысле очень полезная была, конечно, выставка мастеров гостеприимства вчера, которая прошла, потому что контента, который генерируется, там очень много, и проектов, которые интересуют, очень много, нужно грамотно уметь продвигать. Соответственно, та роль, вот линейная комбинация всех этих ключевых историй, она приводит к определенному, ну как сказать, она может приводить к тем функциям, которые банк и любая экосистема может занять. Будет ли это дистрибьютор, будет ли это онлайн-агентство, офлайн-агентство, будет ли это канал продаж или просто маркетинговое пространство. Но это покажет, соответственно, время и интерес. Но в целом мы, конечно, последовательно двигаемся к тому, чтобы занять заметную роль на рынке тревела. Спасибо. Константин, спасибо. На самом деле приятно наблюдать за тем, как развивается постепенно, но тем не менее для банка весьма оперативными, быстрыми темпами система, предложение. Пока мы, к сожалению, не можем рассказать всего, но я уверен, что в этом году мы сможем представить на будущих мероприятиях более четкую концепцию и какой-то реальный продукт от компании Сбербанк. Но что самое главное, я хотел бы отметить, вот именно оперативность принятия решения по сотрудничеству, мы, наверное, таким образом сразу перейдем к последующему спикеру. Это основатель консорциума Лапти. Смысл для территории, точно.
Виктория Рожок. Собственно, компания Сбербанк вместе с консорциумом работает относительно недавно. Но, тем не менее, есть уже какие-то первые результаты, которыми, я так понимаю, Виктория будет готова поделиться сейчас с нашей аудиторией. И при этом стоит отметить, что на MITT, на одной из крупнейших выставок туристических в нашей стране, недавно состоялось подписание стратегического соглашения о партнерстве между этими двумя компаниями. То есть банки и крупные межотраслевые компании готовы к оперативной работе, готовы, то есть лишний раз таким образом показывают важность туристического бизнеса в составе их бизнес-процессов, концепции развития. Поэтому все зависит исключительно от вас, все зависит исключительно от ваших инициатив. Сегодня мы делаем данное мероприятие для того, чтобы в том числе своими идеями, своими проектами вы могли поделиться. Я приглашаю на сцену уже в качестве спикера Викторию. Добрый день. Встану поближе. Сегодня у меня будет две части выступления. Первая – я расскажу про умный мастер-план. И вторая часть – про IT-платформу как возможности для бизнеса. С одной стороны, умный мастер-план – это инструмент для губернаторов и для мэров. И сейчас все сидящие в зале могут подумать, а конкретно нам, для бизнеса, который работает руками, в полях, на местах, причем здесь мы. Но абсолютно правильно сказала Анисия, что вам, как бизнесу, очень важно понимать те мейнстримы, которые идут от государства, потому что в этих мейнстримах есть очень много возможностей. И часто, когда вы каждый год подводите итоги и думаете, что дальше, эти идеи могут помочь вам для развития. Так вот, я сейчас расскажу, что происходит в государстве, почему вот я была на сессии по туризму, где госпожа Дагузова рассказывала про планы по развитию. Очень часто звучало слово «мастер-план» у всех спикеров. Так вот, я, во-первых, расскажу вам, что такое мастер-план, как вы им можете пользоваться в применении к своему бизнесу, и дальше перейдем к нашей IT-части. Мастер-план – это начало развития территории, которое дает возможность региональному правительству понимать, какой бизнес на местах развивать. Соответственно, это не только туристический бизнес, это все аспекты. И, конечно, как это работало раньше. То есть государство заказывало генпланы, мастер-планы. Это такие большие концепции с расчетом на 20-30 лет вперед, после которых сити-менеджер или губернатор думал, а что же дальше. То есть он обычно обращался в банк, но банкам нужны правильные, очень четкие бизнес-модели, потому что бизнес банка, чтобы деньги работали и они были возвратными, соответственно, не имея хороших бизнес-моделей, региональное правительство часто получало отказы от банков и вставал вопрос, а что же дальше, даже если градостроительные документы были сделаны хорошо. Даже если, допустим, это я сейчас рассказываю проблематику со стороны правительства, даже если, допустим, были хорошие бизнес-модели и банки подтверждали финансирование, следующий шаг губернатора или мэра, где найти бизнес, готовый войти в эти, скажем, проекты. Здесь тоже всегда спорный вопрос. И получалось, что есть бизнес на местах, который не знает, как развиваться, или ходит со своими идеями в банк и получает отказ. Есть территория. И вот они вдвоем до недавнего времени очень сложно пересекались. Или очень должен был быть активный губернатор, например, как мы знаем, там калужский, да, феномен, когда вот человек ногами прошел все эти этапы. Так вот, в чем суть нашего мастер-плана и почему мы называем его умным, потому что впервые, благодаря нашему стратегическому партнерству со Сбербанком, этот инструмент территориального планирования содержит деньги. То есть то, что семь шагов вот этих ада, которые должны были достигать региональное правительство. Абсолютно правильно сказал Константин. То есть на этапе уже проектирования территории, разработки концепции, мы сразу, как градостроители, будем смотреть те перспективные бизнесы, в которые могут получать банковское финансирование, и под требования региональных отделений Сбербанка сразу разрабатывать бизнес-модели,
которые будут получать предварительное банковское одобрение на финансирование. Что означает предварительное одобрение? Ну, если такой вот хороший пример, когда вы приходите покупать квартиру в жилом комплексе, уже есть там, не знаю, 5 банков, которые говорят, мы готовы дать ипотеку по этим условиям. Понятное дело, что вы должны быть хорошим заемщиком, и подтвержденное банковское финансирование не говорит, что любой, кто придет и скажет, вот этот лот я беру, ему дадут. Но между тем, бизнес устойчивый, который может получить, получит. Другими словами, схлопываются в одном месте сразу точки всех интересов. Эту картинку вы уже видели у Константина. Получается, что инвестиционный лот у нас содержит две части. Первая часть градостроительная, которая всегда была в документах терпланирования. Это описание площадки, ее ограничения и так далее, и так далее. И вот теперь тонкая прослойка, но она как можжевичок, самое главное, это большие данные Сбера. То есть все концепции, которые делают градостроители, теперь подтверждаются, эти гипотезы, большими данными Сбера. А что это такое? Это информация о платежах на территории. То есть нет ничего более верного, чем факт, да, тех трат, которые человек тратит на месте. Дальше финансовая часть. Все вместе это прекрасное основание принять положительное решение для тех бизнес-моделей, которые мы делаем. Я сейчас пролистаю детали, потому что это презентация для сити-менеджеров, но теперь хочу рассказать, какой же толк от этого умного мастер-плана бизнесу. Так вот, почему он умный, да, на английском smart? Мастер-план не был бы умным, если бы он не стал цифровизованным. Это тоже инновация, то есть как и в целом мастер-план с финансами. Это так никто не делал в России до нас. Теперь мы говорим про IT-платформу. То есть наша IT-платформа, то есть по итогам работ, каждый регион будет получать умную платформу с умным мастер-планом, в которую будет входить очень большие данные, всесторонние. Будет большой охват по бизнес-статистике. Это и макростатистика, микровыручки, прибыль, занятость в организациях, очень большой срез. Будут пространственные данные, классические, градостроительные, какие территории, какие ограничения, куда можно идти бизнесу. Допустим, вы хотите, я сейчас расскажу вам несколько кейсов интересных, когда бизнес обращается к мэрам городов, к мэрам региональных столиц, и есть желание, хорошо, могу даже сейчас рассказать, вот общаемся сейчас с одним регионом, и мэр столицы говорит, у меня какая проблема? Ко мне приходит бизнес и говорит, я хочу здесь поставить, допустим, ларек. Деньги есть, есть желание работать. Мэр говорит, ларек нельзя. Бизнес спрашивает, а что можно? Вот обоснование, что можно, почему нельзя и что пойдет, а еще и предложение, что возьми вот заем в банке, он уже подтвердил. И это не просто заем, да, это уже действующая финансовая модель, то есть бизнес будет видеть, сколько он вложит и как быстро окупится. То есть даже не нужно тратить на финансистов. Такого нет. Так вот, эта IT-платформа будет содержать все стороны информации о территории и, конечно, у нас два будет типа потребителей. Первая часть – это государство, город, регион, чтобы отвечать на вопрос, а что можно, да? То есть когда приходят и хотят развиваться. Ну и вторая часть для бизнеса. Допустим, вы понимаете, что вы хотите расширяться. Вы понимаете, что, допустим, вы хотите диверсифицировать бизнес. Очень сложно найти площадку, очень сложно понять, какие нужны документы. Это все будет содержать наша система. Для бизнеса это даст выбор верных локаций, новые форматы и встроенная финансовая поддержка. То есть уже будет указано, какие возможности кредитования получать. Для города, как я сказала, это управленческие решения, которых сейчас очень не хватает для принятия решений. Тавтология, но так и есть. Что получает бизнес? Бизнес получает готовую площадку и ее статус. Очень часто, все вот сейчас я знаю, очень много региональных девелоперов ищут площадки под застройку, и те,
которые визуально их архитекторы на карте могут посмотреть, они уже заняты. Так вот, мы можем рассказывать про ограничения, про то, как можно работать с площадками. То есть у бизнеса появятся действительно новые возможности. Рекомендации о необходимых мероприятиях. Допустим, что нужно сделать, чтобы изменить назначение и все-таки сделать нужный бизнес. Востребованность услуг. То есть сразу эта площадка будет в ней указана, какие услуги востребованы, подтверждены большими данными Сбера, потоками и то есть обоснование, что идея бизнеса на месте, она правильная. Что получит? 10% роста отдачи на инвестиции, бизнес. В два раза увеличатся возможности вообще для развития. И примерно мы видим, что подобная работа на территории, она будет увеличивать существенно стоимость самого имущества. Для государства это рост эффективности муниципальных расходов. То есть у нас есть формула, в которой мы понимаем, что на один потраченный рубль на такой умный мастер-план сколько денег получит федеральный бюджет обратно. Это единственное, что глобально верхнеуровнево беспокоит мэра. Да? Дальше, 10% прирост доходов в бюджет. И, конечно, то, что наше первое лицо нашей страны достаточно в последнее время часто говорит о том, чтобы земли, которые не использовались, а у нас одна шестая суши, были вовлечены в оборот и работали. Соответственно, мы видим, что в ближайшее время такая платформа и такой подход даст 15% увеличения, вовлечения неиспользованных земель. Хочу подробнее остановиться на эффектах. То есть мы понимаем, что будет, как я уже сказала, рост вовлеченных земель в оборот. Мы понимаем, что будет больше возможностей использования и частного, и государственного подхода к использованию самой земли. Мы будем ускорять реализацию инвестиционных проектов, которых сейчас достаточно много, и будут очень сильно снижаться риски при выборе территории, потому что все мы знаем, как часто бизнес приобретает землю, а потом оказывается, что она не того назначения. Это будет исключено. Вот примерно, как будет выглядеть дашборд нашей платформы. Мы будем сразу же, бизнес будет видеть оценку градпотенциала выбранной территории, инвестиционную емкость, что можно на этой территории сделать, синергия, как будет влиять соседние участки на стоимость, на проходимость, очень много параметров. Будет видна динамика всех потоков, которые есть, и туристические, и пешеходные, и так далее, там масса параметров. Будет анализ стоимости участков земли, то есть это тоже очень удобно для инвестора. Наложение градпотенциала на бигдату. То самое, помните, мы рисовали как можжевичок, то есть основное обоснование для бизнеса. И потенциал рост цен на землю, то есть бизнес может оценивать, как в дальнейшем будет меняться цена на его имущество. Таким образом, еще один ракурс инвестиционного лота, о котором мы говорили с Константином, но теперь уже как это будет выглядеть на платформе. То есть помимо градостроительной части, ограничений или возможностей площадки, бизнес будет видеть финансово-экономический банковский блок. То есть это конкурентные преимущества, определение перспективной специализации, анализ рынков сбыта. То есть по сути это такая центр управления полетами. Вы заходите, получаете нужную информацию с подтвержденным финансированием и начинаете работать. Собственно, все. Очень здорово, что коллеги поддерживают начинание нас, градостроителей. Я хочу сказать про Сбербанк. Это, конечно, было бы невозможно, если бы мы это делали сами. У нас еще есть ряд партнеров, как корпорация МСП, которая готова под каждый инвестиционный лот давать бизнес. И, конечно, если сам бизнес будет активно участвовать и принимать в этом решение, участие, то это ускорит процесс. Большое спасибо. Виктория, спасибо большое. Я отдельно хотел бы отметить, что, по сути, для развития внутреннего туризма, точнее, те вещи, которые ему препятствовали, это всегда была неразвитость инфраструктуры, отсутствие диалога между бизнесом и администрацией, государственными структурами. И сейчас, по сути, крупные финансовые, межотраслевые компании выстраивают целую систему. Причем IT-систему, которая позволяет получить те инструменты, которые без боли,
без лишнего времени, без лишнего стресса, позволяют конкретным проектам и инициативам находить отклик. И вот сейчас этот тренд необходимо уловить. Я очень надеюсь, что уже к концу этого года мы сможем показать определенные уже готовые системы, которые реально будут работать, которые вы сможете использовать для реализации своих проектов. Но тренд этот определенный есть. Соответственно, все в ваших руках, как я уже говорил сегодня неоднократно. Ну, от глобальных градостроительных проектов, идей, от глобальных экосистем мы перейдем к чуть более региональным вопросам. Тоже поговорим об экосистемах с руководителем отдела по развитию регионов компании Яндекс, в частности сервиса Яндекс Облако. Передаю слово, микрофон, да? Отлично. Да, коллеги, всем привет. Всех рад приветствовать на нашем мероприятии. Меня зовут Еремин Андрей. Я представляю сегодня компанию Яндекс, в частности Яндекс Облако. Казалось бы, при чем здесь облако, когда мы говорим про туризм? Тут ключевое, что необходимо отметить, сегодня наша страна приходит к тому, что необходимо идти по пути цифровизации. Причем цифровизация по направлениям по всей стране, по всей деятельности государства, в том числе и все, что касается туризма. Ключевое, что нужно отметить, что если мы говорим про цифровую трансформацию туристической отрасли, то в первую очередь идет задача, поставленная напрямую там, в местное региональное министерство, связанное с туризмом, и при поддержке местных министерств цифрового развития, как региональных, так и федеральных, те или иные проекты государство наше пытается реализовать на территории нашей прекрасной страны. Прежде всего, хочется поделиться опытом и построить свою презентацию, свой доклад в таком ключе. Хочу рассказать, с какими проблемами, трудностями мы сталкиваемся при общении с региональными органами власти, что им сейчас действительно интересно, что их волнует, какие проблемы существуют. Все мы знаем, что почти у каждого региона нашей страны в каком-то виде есть в той или ином виде туристический портал. Обычно это некий одностраничный лендинг, на базе которого находится какая-либо справочная информация. Но наша страна, так сказать, и местные органы власти пришли к тому, что, кажется, это не то, что требуется сегодня туристу. Мы все с вами регулярно пользуемся разными сервисами. Ну, например, лично я зачастую использую такой крупный международный сервис, называется Airbnb. Это некая экосистема, где я могу получить информацию о том, где мне остановиться, что мне посмотреть, куда сходить. И местные региональные власти приходят к такому же принципу, что, кажется, нужно создавать некую единую точку входа для всех туристов региона. Причем хотят создавать некую такую экосистему, платформу, на базе которой и сам бизнес будет актуализировать информацию, наполнять ее, потому что зачастую государство либо не хватает ресурсами, либо не хватает времени, чтобы актуально поддерживать ту или иную справочную информацию. Когда мы говорим про экосистему, оно в себя включает не только справочную информацию и где мне банально остановиться, куда сходить, но и предложения от бизнеса. Причем бизнес может быть как местные самозанятые гиды, экскурсоводы, так и крупные там, игроки в лице местных или даже федеральных крупных провайдеров туристической отрасли. Для чего государство все это? Государство хочет контролировать, сколько туристов сегодня приезжает в мой регион, с каким достатком, чем интересуются и что им действительно хочется получить, когда он приезжает в регион. Создавая экосистему, особенно на базе облака, где облако выступает в лице некой такой интеграционной шиной, посредником, которая помогает государству контролировать и уже дальше направлять туриста на конкретное предложение с точки зрения туризма, где остановиться, куда сходить, где покушать. И тем самым государство, опять же, может помогать бизнесу, продвигая эту справочную информацию, этот портал, эту экосистему так называемых сервисов вокруг туризма. И куда проще это делать при поддержке государства, чем делать самостоятельно бизнесу, тратить на это свои деньги с точки зрения маркетинга и другие вещи. Так. Более того, когда мы создаем встроенную аналитику, мы можем строить так называемые тепловые карты, понимая, с какими запросами, интересами интересуется конкретный турист, с какими, скажем так, потребностями он хочет провести время в том или ином регионе. Например, некоторые люди интересуются конкретно там какими-то местными достопримечательностями, а другие люди, например, увлекаются гастротурами.
Ну и когда мы говорим про цифровую трансформацию туризма, нужно понимать, что экосистема туристических сервисов, она всегда поможет всегда иметь актуальную информацию, куда сходить, где мне остановиться, что покушать. Если сам бизнес актуализирует ее регулярно, а не государство, которое зачастую не способно, то действительно получается качественный сервис, который турист с радостью готов получать. Ну и в чем выгода, да, в чем преимущество создания такого рода экосистем, платформ? Прежде всего, государство будет контролировать, какой поток туристов приезжает ко мне в регион, с чем он интересуется, какую отрасль мне необходимо развивать, сколько я заработаю как регион с точки зрения налогов от туристической отрасли. Бизнес, само собой, подключаясь подобного рода экосистем, платформ, он получает возможность некого дополнительного канала, наверное, продаж для себя, потока лидов, тем самым начнет больше зарабатывать и, как следствие, платить государству налоги. Более того, если жители также получают выгоду от внедрения подобного рода экосистем, платформ, потому что мне не нужно заходить на те или иные порталы несколько раз. В одном портале я ищу себе, где остановиться, в другом портале, где покушать. Все здесь будет в рамках одного единого входного окна, и как следствие я буду получать качественный сервис, приезжая в тот или иной регион. Наверное, все. Вот вкратце поделился опытом. Какими проблемами мы сталкиваемся внутри регионов. Спасибо. Андрей, спасибо большое. Да. Я хотел бы отметить еще раз касательно экосистем. Вот мы сейчас посмотрели несколько концепций, несколько подходов, но по сути задача одна. Это продвижение регионов, выполнение определенных задач государственных через конкретные B2B-проекты. И в это готовы вкладываться, в это готовы инвестировать, в том числе помогать аналитикой, данными, экспертизой. И это действительно очень важно. Вот сегодня Анисия рассказывала в том числе про конкурс «Мастера гостеприимства». Это идет через несколько, по сути, инструментов. Вот сегодня мы с вами обозреваем инструменты бизнеса. То есть не только со стороны различных ассоциаций, как «Россия – страна возможностей», различных консорциумов, которые собирают экспертов для обучения, для акселерации различных проектов, но и сам бизнес уже в это идет, идет довольно серьезно, с разных сторон, с разными концепциями. Вы можете выбрать ту, которая вам будет более импонировать, наметить определенные цели, в том числе входа в определенные крупные компании с своим проектом и начать их реализацию. Сегодня мы уже рассмотрели один подход консорциума LabT. Я хотел бы сейчас пригласить к микрофону другого представителя. На мой взгляд, данный проект, данная компания Russia Discovery, она отличается от всех остальных аналогичных проектов тем, что она умеет четко под ключ помогать конкретным B2B-проектам достигать целей регионов, соответственно, помогать как экспертизой, так и помогать находить финансовые средства для их достижения, оказывать всяческую консалтинговую помощь, но в том числе обладает и другими возможностями, другой экспертизой, которая позволяет всесторонне развивать как регионы, так и конкретные B2B-проекты в них на региональном и на федеральном уровне. Я приглашаю к микрофону Анну Ашмару, компания Russia Discovery. Спасибо большое, Кирилл. Но прежде чем рассказывать о нашем подходе, и он заявлен, вопрос был заявлен, да, как локальному бизнесу встроиться вот в эти глобальные процессы, о которых коллеги говорили, мне хочется обратиться к зрителям. Скажите, пожалуйста, коллеги, а кто здесь есть представители локального бизнеса, регионального, туристического, вообще в самых разных областях? Поднимите ручки, пожалуйста. А, не так много. Хорошо. Окей, хорошо. Дальше, на самом деле, я думала спросить, как вы, работаете ли вы с государственной поддержкой? Работаете? Не работаете? Угу. Только начали. Окей, отлично. Ну, тогда у меня будет адресное такое сообщение. Я хочу, на самом деле, углубить то, что говорила Виктория, и рассказать, как же еще ниже устроены вот те самые механизмы взаимодействия локального бизнеса, власти
и куда мы все, собственно говоря, идем. Ни для кого не секрет о том, что был опубликован национальный проект по туризму и гостеприимству. Мы все его читали, и я думаю, что все, кто работает в туризме, должны выучить его как там конституцию. И все мы прекрасно знаем, что сейчас заявлено 16 регионов, которые прежде всего получат поддержку этого национального проекта, прежде всего в мастер-планировании. Все мы знаем, что сейчас создана специальная структура Туризм РФ, которая как раз будет заниматься вот этим туристическим мастер-планированием. Но основа мастер-планирования туристического на самом деле это стратегия развития туризма. Что такое стратегия? Стратегия, ну по-хорошему, вот по-честному, это набор мероприятий, которые позволят монетизировать культурное, природное, а на самом деле социальный потенциал территории. Вот этот процесс монетизации, он состоит из трех частей. Это инфраструктура, это маркетинг и сервис. Это вот эта триада, вокруг которой строится туристический бизнес. За всем вот этим, за инфраструктурой, за сервисом и на самом деле за маркетингом стоят люди. Это конкретный вот тот самый локальный бизнес, к которому, собственно, мы обращаемся. И я в последнее время говорю о том, что туризм на самом деле, что такое туризм? Это поле диалога между людьми, которые живут на территории, которые знают свою территорию, любят и хотят его показать, и теми людьми, которые приезжают на территорию. Туристами, которые хотят эту территорию увидеть через что? Через тот самый туристический продукт. А что такое туристический продукт? И это где-то это инфраструктура. Это не всегда маршрут. Где-то это инфраструктура, это какой-то яркий, не знаю, там, музей, который является магнитом, или какая-то невероятная база отдыха, на которую хотят попасть люди со всего света. Где-то это действительно маршрут, по которому хотят пройти тысячи людей. А где-то это фотография. Например, если мы возьмем картинку с Байкальского льда, вот те самые пузырики, на которые сейчас едут миллионы людей. Наверное, мало кто знает, что эту фотографию более 10 лет назад придумал один человек. Гениальный, на мой взгляд, маркетолог и глава компании «Байкалика» Леша Стрелюк. Гениальнейший человек, который просто сделал одну фотографию, которая стала продуктом, который сейчас экспортируется на весь мир. Поэтому что мы делаем? Что делает там, моя команда? Наша задача — придумать этот туристический продукт. Что для этого нужно? Нужно понять, какие люди работают на территории. Вот тот самый локальный бизнес, кто он, что он может, что он хочет. И кто такие люди, которые сюда приезжают. Что они хотят увидеть, что они ожидают, какой уровень сервиса и так далее. И чем мы занимаемся? К нам приходят запросы от территорий, от очень разных территорий. На самом деле, для меня удивительно, у меня сейчас лежат запросы на КП от сельских муниципалитетов, которые просят разработать стратегию развития туризма. Кажется, что это смешно. Год назад вообще можно было сложно было в это поверить, но сейчас это есть. И этих запросов становится все больше и больше. Это очень круто, это очень радует. Это радует, потому что наконец-то наша индустрия туризма переходит в некую стадию системного управления. И то, что мы видим заход вот таких крупных игроков, которые здесь представлены, их на самом деле гораздо больше, который начался там год назад, это говорит о том, что мы находимся в процессе сращивания вот этого создания той самой экосистемы, которая раньше, давайте честно, до прошлого года туризм был скорее образом жизни, чем бизнесом. Сейчас мы переходим к системному управлению, и опять-таки вот эти запросы на стратегии, на вот этот путь из точки А в точку Б, говорит о том, что мы действительно, я уверена, что в ближайшее время к этому придем. Так вот, переходя, собственно говоря, к инструментам. Буквально вчера мы получили несколько запросов от нескольких территорий на заполнение формы на получение финансирования из национального проекта. Это очень маленькая анкета, к сожалению, не могу ее показать. Это очень маленькая анкета, за которую, давайте честно, в ближайшие 3 года будут все бороться. Что там в этой анкете? Там есть несколько ключевых KPI-ов, за которые мы будем бороться, все, кто работает в этой индустрии, в ближайшие годы. Это поток,
это количество ночевок. Почему количество ночевок? Потому что, ну, честно, только эти данные статистики сейчас открыты, это Росреестр у нас мониторит, это открытые данные, все мы их знаем. Это количество привлеченных инвестиций частных в регион. И еще есть два там показателя про людей. Количество людей, участвующих в отрасли, и количество отчислений в бюджеты всех трех уровней. Вот это все вокруг мы все, кто работает в бизнесе, кто работает в агентствах, кто продает, кто проектирует, кто работает на уровне администрации, мы все пляшем вокруг этих цифр. Это наша печка. И для нас, как вот для моей команды, как для стратегов, в чем боль? В том, что у нас, когда мы строим стратегию, что такое стратегия? Это путь из точки А в точку Б. Вот точка Б у нас обычно администрациями заявленными KPI. Это может быть количество ночевок или количество людей. Да? Нам нужно простроить этот путь, простроить набор продуктов, набор проектов. Вот у нас нет точки ноль. Мы не знаем, что такое точка ноль. Мы не знаем, сколько людей участвует в отрасли. Мы не знаем вот этих KPI сейчас. Поэтому пока, как сказала там Анисия, вообще сказали коллеги, мы действительно сейчас считаем это ручками, стоим и считаем этих людей, опрашиваем их, а сколько они получают деньги. И здесь моя апелляция к коллегам из имеющим, да, довольно большие ресурсы, стремиться к тому, чтобы эти данные были все более и более доступными, чтобы они были все более и более открытыми, прежде всего для территории, да, потому что мы просто там некий инструмент, с помощью которого, который пользуется этими данными и помогают соединить там бизнес с этими большими целями, которые у нас есть в стране. Так вот, что мы делаем для бизнеса и как вот этот вот некий инструмент между бизнесом и администрациями. Вот когда нас просят создать стратегию, мы ходим по людям, смотрим, какие есть бизнесы, что они могут, кто эти люди, что они хотят, какие у них боли. Дальше и создаем такую большую карту проблем и возможностей. Дальше мы ходим и анализируем целевые аудитории, которые сейчас ездят. Кто эти люди, которые хотят сюда приехать? Как сделать так, чтобы их было больше? Что мы должны сделать с сервисом, чтобы они оставили больше денег? И дальше, собирая вот это, у нас получается достаточно большой пул задач для каждой маленькой территории. И мы, как специалисты, как там, маркетологи, финансовые аналитики и продуктологи в туризме, дальше мы расписываем пул проектов. Вот те самые инвестлоты, про которые Виктория и Константин говорили, наша задача их сформировать, сказать, что, ребят, вот, чтобы там через 5 лет у вас здесь было не 10 тысяч туристов, а 50, вам нужно 3 гостиницы такой емкости, 50 смотровых площадок, 3 велопроката, и все это мы соединим вот такими маршрутами. Вот чем мы занимаемся, что такое туристическая стратегия. Дальше мы передаем это коллегам, градостроителям, да, если мы совместно делаем мастер-планы, это часто бывает, и готовим те сам, помогаем этим бизнесам готовить проработку. Где-то мы их учим, как сейчас вот в Мончегорске мы пишем большую стратегию. Компания Nordnickel вообще системно занимается развитием и территорий своих, и туризма на этих территориях. Норильск – самый яркий пример этого того, что происходит там сейчас с ТРК Арктический. И дальше остальные территории, которые на Кольском, мы все знаем, что будет происходить там дальше. Это очень интересная история. И вот работая, например, с Мончегорском, у нас есть возможность не просто стратегирования, а еще и некой активации. То есть мы нашли эти бизнесы, нашли этих людей, мы их обучаем, мы устраиваем эти акселераторы, мы их учим, мы помогаем им подаваться, подбираем для них инструменты финансирования. Этих инструментов много. Мы специально их мониторим, и классно, что действительно каждый месяц инструментов поддержки становится все больше и больше. Это не только кредитование и не только инвестиции. Это и информация, это участие вот в тех самых каких-то обучающих, акселерационных программах. И вот если все это обобщать и как бы отвечать на вопрос, что нужно сделать там локальному бизнесу для того, чтобы попасть в этот проект, на самом деле секрет простой – сформулировать запрос. Что вам надо, что вам не хватает на самом деле. Дальше есть хитрая хитрость. Нужно найти на своей территории ту самую команду, которая занимается развитием туризма. Хитрость заключается в том, что на каждой территории инфраструктурное место этой команды свое. К сожалению, у нас нету этих органов единых, которые везде это что-то свое. А дальше проявить активность. То есть на самом деле, работая с администрацией, мы видим, что они, как я уже сказала, отчитываются вашими успехами. Вот ваши туристы, ваши деньги, ваши привлеченные инвестиции – это все
их успех тоже. Они отчитываются тем, как вы развиваетесь. И здесь, конечно, огромное поле для взаимодействия и партнерства. Поэтому что нужно делать? Они ищут эти инициативы. И единственное, что нужно делать как бы инициативам, это быть инициативными. Да? Заходим, ищем эту некую команду, смотрим, что у нее там в новостной ленте, потому что все вот эти мероприятия, которые там мы проводим или они сами проводят, их очень много, они очень ярко анонсируются для того, чтобы эти локальные бизнесы найти. И попасть в эти стратегии, попасть в эти мастер-планы, чтобы эти инфраструктурные ваши точки или сервисные точки были зафиксированы. И действительно, мастер-планирование как такой классный инструмент управленческий, он действительно будет развиваться, мы об этом слышим. Поэтому, если вы там присутствуете, то успех вам, безусловно, гарантирован. У меня все, спасибо. Анна, благодарю. Благодарю прежде всего за, по сути, пошаговую инструкцию о том, как развивать свой проект в рамках региона. Вселение в нас веры в том, что действительно большей части регионов это нужно, и сейчас становится все более и более актуальным. Ну, будем надеяться, что при помощи в том числе таких консорциумов и при помощи инициативных проектов, которые будут развиваться на федеральном и региональном уровне, мы, собственно, увидим наконец-таки возрождение и преображение, я бы сказал, внутренних ресурсов для развития внутреннего и въездного туризма в перспективе. Ну, собственно, помимо внутреннего туризма, помимо наших регионов, пандемия также спровоцировала развитие туризма в рамках евразийского сообщества, в рамках определенных регионов, которые, слава богу, нам в данный момент, несмотря на устрашающие цифры по возобновлению коронавируса, по его возрождению, в данный момент эти направления, эти дестинации нам доступны. И вот, собственно, о тех возможностях по развитию вашего бизнеса, по интересам евразийского сообщества в развитии туризма, в которых вы можете принимать участие, нам расскажет директор дирекции цифровых инициатив Евразийского банка развития Юлия Чалая. Добрый день, коллеги. Спасибо за предоставленное слово. Банку Евразийскому уже 15 лет, но, наверное, на туристической площадке мы новый игрок, и я несколько слов скажу, что мы из себя представляем. Фонд цифровых инициатив Евразийского банка развития – это фонд, соответственно, финансовых средств. Наша цель – это обеспечить цифровую трансформацию стран-участниц банка путем интеграции их информационных ресурсов и также реализации финансирования цифровых проектов. Соответственно, мы, как классический фонд, выделяем финансирование. Что мы понимаем под цифровой трансформацией? Это один из критерий выделения средств на проекты. Вообще цифровая трансформация – это изменение всего уклада там, туристического, технологического путем создания цифровых экосистем, а цифровые экосистемы строятся на цифровых платформах. Поэтому с точки зрения вот наших цифровых интересов и проектных интересов мы, как правило, речь ведем о цифровых платформах. Фонд создан в 2020 году, то есть совсем недавно, на менее года. Но наша команда, которая занимается цифровой повесткой и интеграционными проектами, работает уже более 7 лет. Нашими странами-участницами, нашими акционерами являются 6 стран. Это Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия, Таджикистан, Узбекистан. Сейчас анализируют возможности тоже вступления в ряды акционеров банка. Соответственно, мы выполняем такие две функции, об одной я уже сказала, то есть мы рассматриваем поступающие к нам проекты и инициативы на предмет их финансирования, туризм здесь не исключение, финансирование может быть как инвестиционное, кредиты, либо участие в капитале, либо гранты, но у нас есть два основных критерия проекта. Первый проект должен быть цифровой с точки зрения цифровой трансформации, то, о чем я говорила, не просто цифровизация, да, мы должны менять весь бизнес-процесс, весь уклад. И второй критерий – интеграционность. Вот если еще проекты с точки зрения цифровой трансформации можно получить и увидеть, и найти, то с точки зрения интеграционности такая категория для наших потенциальных клиентов –
нова и непривычна. Интеграционный проект — это проект, который создает общий рынок для хотя бы двух стран. Я не говорю сейчас сразу на шесть, но как минимум две страны должны участвовать. Это общий рынок либо товаров, услуг, туризм к этому относится, капитала, рабочей силы. Мы должны создавать общие инфраструктуры. Это платформы, которые направлены на стимулирование конкуренции, добросовестной, справедливой на общем открытом рынке. Ну, здесь, если есть хорошая идея, то, как правило, нам приходится самим ее докручивать до интеграционной, мы помогаем в этом нашим инициаторам, когда это сложно. Поэтому наша вторая функция, она не только такая финансовая, банковская, мы еще выступаем центром компетенций цифровых на евразийском пространстве. Это поддержано главами правительств наших стран и заявлено в том числе. У нас такая, я бы сказала, своя ниша интеграционная, немного бутиковая. Мы всегда в прямом контакте, наши акционеры — правительства, поэтому мы активно работаем с правительствами и министерствами. И наши проекты, соответственно, учитывают национальные интересы наших стран. За год мы запустили два проекта флагманских, и, как ни удивительно, они оба связаны так или иначе с туризмом. Первый проект мы уже запустили, это путешествие без COVID-19. Это технологическое решение, которое позволяет результаты ПЦР-теста предъявить в виде QR-кода. Вы приходите в верифицированную лабораторию, сдаете там тест, получаете зеленый QR-код и предъявляете его на границе, соответственно, странами, которые участвуют в эксперименте на нашем евразийском пространстве. Многие скажут: ну а что такого, перевести бумагу в QR-код? Есть программы, за 2 минуты это можно сделать. На самом деле ключевыми вопросами являются: а как обеспечить доверие между странами к списку лабораторий, в которых проводятся исследования? А как передавать, а точнее обезличивать персональные данные граждан при передаче их между странами? Вот это такие ключевые вопросы, которые разработчики больших информационных платформ прекрасно понимают, что являются краеугольными, и мы их решаем вот благодаря такой роли нахождения между государством и бизнесом на стыке государства и бизнеса. Этот проект развивается. В него добавляется, например, сейчас функция страхования. Тем самым мы создаем тоже предпосылки для другого бизнеса подключаться к платформе. Будет предусмотрена там функции по вакцинации. Также мы сейчас ведем переговоры на международном уровне о том, чтобы наша евразийская система признания ПЦР-тестов была интероперабельна в международной экосистеме признания систем по тестированию ковидному. Потому что, как еще полгода назад все думали, что кто-нибудь крупный сейчас в мире свою систему разработает, и все будут вынуждены по признанию ПЦР-тестов, и все авиакомпании, и все страны будут вынуждены к ней присоединиться. Но все быстро разработали свои системы, и международное сообщество поняло, что навязать или нам одну систему точно не получится в мире. Сейчас идет задача состыковать все эти системы между регионами и странами. Вот мы в этой работе также будем участвовать, наше решение точно в нем не потеряется. Второй проект, который сейчас в стадии реализации, будет запущен в следующем году, который анонсировал премьер-министр Российской Федерации, это работа в ЕАЭС. Мы создаем мобильное приложение для трудовых мигрантов вместе активно с госорганами, в том числе Российской Федерации. Мигрант благодаря этому приложению сможет найти работу, заключить контракт, получить какие-то услуги и функции, и государственные функции ему будут предоставлены, реализованы на этой платформе еще до въезда в страну. Какие-то услуги он уже будет получать на территории, например, Российской Федерации, используя это приложение. Это очень, ну, важно и для трудовых мигрантов, и на самом деле для контролирующих органов, еще до въезда в страну они будут понимать, кто въезжает. И для бизнеса эта система тоже создает определенный пласт данных и возможностей, когда трудовым мигрантам можно будет предоставлять определенные их услуги, которые, соответственно, соответствуют их статусу. Это два проекта, которые вот уже либо реализованы, либо реализуются. И также у нас есть амбиции и интерес к созданию крупной евразийской туристической платформы.
На самом деле вот ковидная история, она действительно создала спрос на альтернативные маршруты, и наши евразийские страны могут предложить туристам альтернативы, которыми они раньше не пользовались. Но, во-первых, туристу нужно подсказать, что такая альтернатива есть и вообще что есть на этом рынке. Да? Это первое. А во-вторых, поставщиков услуг туристических нужно объединить и как бы сделать для них витрину понятную, не информационную витрину, а витрину заказа услуг. Вот такую задачу мы примерно видим для евразийской туристической платформы. Какие она функции должна решать? Это первое, предоставлять уникальный контент по евразийскому пространству. Второе, она должна включать в себя обязательно интеллектуальный планировщик для тех, кто точно не понимает, куда он хочет поехать, но знает свои предпочтения, и ему нужно помочь эти предпочтения как бы определить. И здесь, конечно, нам решать эти задачи проще всего бигдата, можно с бигдатой, поэтому мы, конечно, заинтересованы в партнерстве с крупными игроками и Сбербанком, и Яндекс, и Валберис, со всеми, у кого формируется бигдата, для того, чтобы вот по этому пути пойти. Есть и другие пути, когда можно использовать интеллектуального планировщика, не только бигдата. Но здесь нужно быть аккуратными, мы как раз здесь... Учитывая страновые, национальные интересы, интересы пользователей, потому что вы, может быть, слышали этот кейс в Китае, да, когда на одной и той же платформе разным людям продают авиабилеты с разницей в 3 раза, потому что Big Data использует ценовой анализ твоих ценовых предпочтений, твоего отношения к деньгам, твоих доходов, и, исходя из этого, формирует стоимость тебе билета. Вот таких случаев, когда участвуют все-таки около государственные органы на цифровых платформах, мы сразу избегаем, мы не допускаем такой недобросовестного поведения игроков. Также, конечно, на цифровой евразийской платформе должна быть информация по всем ограничениям и по визовым, и по связанным с санитарно-эпидемиологической ситуацией, с ковидной историей. И в перспективе, конечно, предоставлять возможность и государственных услуг. Это такая уже C2G история, визовые услуги. Вот такая амбиция у нас есть, и на самом деле мы сейчас находимся в поиске стратегического партнера для того, чтобы, потому что мы очень хорошо понимаем интеграционный запрос, понимаем национальные интересы, понимаем там тенденции, но должен быть, как я говорю, баланс национальных интересов и окупаемости бизнес-стратегии цифровой платформы. И как раз партнер нам должен помочь как бы монетизировать стоимость, разделить с нами риски и финансы и монетизировать эту платформу до там необходимого уровня, чтобы клиент, естественно, голосовал рублем, иначе никому это нужно не будет. Примерно у нас такие задачи, такое видение, поэтому мы приглашаем всех партнеров, друзей и коллег к диалогу по этой теме. К нам часто обращаются частные разработчики отдельных решений, например, там, по экотуризму, по мотопутешествиям, какие-то частные решения. Мы их все тоже собираем в копилку для того, чтобы когда у нас экосистема и платформа сформируется, мы могли уже обсуждать его конкретное содержательное наполнение. Спасибо. Юлия, спасибо большое. Мы рассмотрели, и какие потребности есть у международного, приближенного к нашей стране рынка. На самом деле, на фоне этого, во-первых, я хочу сказать, что если у вас есть какие-то вопросы к нашим спикерам, есть сейчас уникальная возможность его задать, получить четкий ответ, возможно, даже спросить по поводу того, насколько ваш проект может быть интересен, рассказать о нем коротко. У нас время пока для этого есть. Пока вы собираетесь с мыслями, я задам превентивный вопрос как раз-таки к нашим спикерам. Как вы считаете, какие проекты сейчас были бы на внутреннем и на ближайшем зарубежном рынке интересны для как для индустрии, так и в частности для вашей компании? Какие боли, какие дыры вы бы хотели закрыть сейчас сторонними проектами? Может быть, кто-то из них в данный момент сидит в этой аудитории? Ну,
Я могу. Ну, давай я начну как самый сегодня зажигающий спикер, который открывал. Слушайте, я хочу еще сделать одну ремарочку. Это очень важный вопрос. Вы не все, точнее, вы все не зря сюда пришли. Вот напротив вас сидит Сбербанк, сидит Яндекс, сидит Европейский банк развития, сидит крупнейший туроператор по активным путешествиям Russia Discovery и Общенациональный союз индустрии гостеприимства, консорциум Лапти, Travel Russia News, Кирилл Волков, человек, делающий уникальные вообще события в тревел-техе дольше всех на этом рынке, абсолютно точно. У вас один шаг до больших компаний, корпораций и общественных организаций. Вот ровно столько, сколько мне вот дотянуться до первого ряда. Сейчас надо взять микрофон, встать, рассказать о себе и задать вопрос. Это абсолютно точно ваш шанс, во-первых, спросить, нужны ли вы и можете ли вы выстроить коммуникацию какую-то, да, с кем-то из нас. И абсолютно точно это сегодня контакт даже не трех рукопожатий, а одного. Поэтому используйте этот шанс, не упустите уникальную возможность. Сегодня рынку абсолютно точно нужны любые виды цифровых решений. Чем бы вы ни занимались, даже если ваш бизнес на земле, и это кафе, или это хостел, или это ресторан, или это точка притяжения для туристов, вы продавать все это будете через диджитал-инструменты. Вы должны быть на Яндекс.Картах, вы должны быть в социал-медиа, вы должны быть классными, упакованными, тогда к вам придут, поедут и заплатят. Чтобы сделать это классно или построить это в нужном месте, вы должны посмотреть мастер-план. Поэтому мне кажется, что сегодня уникальная сессия, которую собрал Кирилл Волков, и она ответила на этот вопрос. Мы в любом случае, если вы еще не войти, вы должны туда начать смотреть. Вот это мой совет всем, кто сегодня здесь собрался. Спасибо, спасибо, Анисе, за шквал целый благодарности и рекламы. Но да, действительно, я уверен, что так как общаюсь со всеми спикерами, я уверен, что есть высокий уровень интереса ко всем проектам. Вопрос только, куда это перенаправить. Поэтому можете обращаться напрямую. Я, насколько помню, еще у Евразийского банка развития был комментарий. Юлия, я прав? Да, я хотела бы тему финансирования проектов развить. Нас часто спрашивают, имеете ли вы дело с венчурными проектами. Ну, вообще любой стартап – это венчур. Но мы для себя, ну и вот и я для себя немного это перефразировала. Нет, честно сказать, мелкий венчур нам не интересен. Это не наша функция с точки зрения там, акционеров. Но мы венчур в десятой степени, потому что мы так называемый терпеливый капитал понимает глобальную перспективу. Если вы придете там с глобальной масштабной идеей венчурного формата, да, вы наш потенциальный клиент. Хорошо, коллеги, если вопросов, точнее комментарий по данному вопросу больше нет, и зал тоже вопросов у нас нет, тогда есть вопросы? Так. Попрошу организаторов передать микрофон или сам это сделай. День добрый. Слышно, да? Меня зовут Павел Георгиев, я тревел-предприниматель. Вот я как бы сейчас вот пришел только что, я честно, потому что все прослушал, но я понял, что вы говорите о диджитал, о всем этом, да. Вот я просто свою мысль выскажу, как я работаю, как у меня работает, но я в рынке вообще этого не вижу. И мне кажется, что сейчас в туризме самая главная тема – это политические, так я называю, такая политическая событийная вещь, которая направляет все финансовые потоки туда или иным образом. Вообще речи о продвижении каких-то направлений еще вообще не идет. Вот мое мнение, да. Я просто свой опыт поделюсь, не знаю, сколько он интересный. Вот мое направление было Китай, Хайнань. Если сейчас там писать на мое имя, да, сразу подсветится Хайнань, да. И я скажу, что весь как бы трафик я завожу через контентную историю на себя в своем бизнесе, да. И вот можете писать Павел Георгиев, у меня фамилия Хайнань, да. Вот. И я вот на рынке вообще не вижу в эту сторону интереса ни у кого. Ни у туроператоров, ни у турагентов, ни вообще, в принципе, каких-то вещей. И я миллион раз на эту тему там стучался в разные двери, просто ради интереса даже попробовать. И к нашей уважаемой Дагузовой, да, это все просто село на историю диалогов. И вот если мы говорим вообще в целом о туризме, моя мысль, да, что начинать надо с контентной, ну, в любом случае, истории, приходить как бы ее дальше же в продажную историю, диджитал. Потому что площадка, ради площадки их вот так, да, с одной стороны. С другой стороны, они не работают. Второй момент, если мы говорим про диджитал, там все сделано на коленке, все работает на самософте. Все туроператоры работают на самософте, и других как бы у нас решений нет.
нету никаких других каких-то реально вещей, которые можно там сделать для себя, собрать что-то для себя или еще. Ну, то есть у нас диджитал решений нет, об них много говорят, но я их не вижу. Ну, то есть вот такой комментарий, я ничего не прошу, просто хотел сказать, может быть, кто-то прокомментирует. Я могу прокомментировать, учитывая, что с 2011 года, когда я еще писал первую дипломную работу на тему автоматизированных систем в туризме, я работал, так получилось, что это позволило мне работать в одной крупной немецкой компании, GP Solutions. Так вот, именно тогда мы привезли ту первую глобальную, как SaaS, так и Enterprise-версию полной автоматизированной системы в России. Все было бы хорошо, если не 2014 год, не довольно серьезный кризис в туризме. И, собственно, многие иностранные компании, которые заходили с этими инструментами, они ушли. Но я не согласен, что у нас только компания Samasoft. Все-таки я, как организатор IT-конференции и выставок, могу сказать, что этих решений известных и неизвестных гораздо больше. Ну, хотя бы TourVisor, тот же самый Megatek. Ну, нет, ну... Ну, все подобное одинаково, это не значит, что этого нету. И опять-таки, продолжая свою мысль, если вы что-то не видите, это не значит, что этого нету. На самом деле в регионах у нас действительно развивается активно, не только вот с точки зрения консорциумов, банков, каких-то идей, которые витают в воздухе. Есть интерес к развитию этих проектов, но нету что ли, культуры, нету понимания, как это все может работать, взаимодействовать. Именно поэтому мы организуем данную секцию, потому что когда в эту сферу, в сферу проектирования, планирования, организации бизнес-процессов приходят крупные компании со своей экспертизой и интересами, вот тут все начинается. И мы действительно сейчас стоим, по сути, ну, на пороге такого глобального перехода к экосистемам, которые вполне возможно, ну, в скором времени будут охватывать всю нашу страну. И ну, это ведь не только туризм, это огромное количество различных сопутствующих услуг, которые могут быть интересны клиенту. И вот сегодня Константин рассказывал опять-таки по поводу аналитики, по поводу предпочтений туристов, ведь их всех можно вести, то есть можно в зависимости от глубины этой аналитики, от data science, от понимания, какие различные паттерны необходимо вытаскивать из базы данных, соответственно, можно составлять именно наиболее релевантные продукты для конкретного потребителя, и за этим будущее. Но для того, чтобы это было, нужны сами продукты. Поэтому правильно Анисия сказала, нам нужны не только IT-технологии, цифровизация. Нам нужно то, что мы будем цифровизировать. Поэтому вот здесь сидят и консорциумы, которые занимаются этим. Здесь сидят и банки, которые реализуют интересы финансовых групп, в том числе и политические интересы. Но они направлены на развитие турпродуктов, развитие, ну, в частности, регионов, туризма в них. Поэтому это все есть, это все существует, это стоит увидеть. Поэтому я всех призываю открыть глаза пошире и смотреть не только вот за нашими сессиями, за возможностями крупных межотраслевых компаний, но еще и следить за деятельностью различных ассоциаций. Та же самая «Россия – страна возможностей», вот конкурс «Мастера гостеприимства», действительно, они дают дорогу большому количеству будущих проектов. Вот ну, тот же самый WorldSkills. Два года назад, точнее уже три года назад, до пандемии, мы организовали первый конкурс WorldSkills для профессионалов туристического бизнеса. Это такой очень высокий уровень, обычно его делают для студентов, для школьников. Соответственно, ну, до профессионалов необходимо дорасти. И это позволило, ну, раскрыть потенциал и высветить вот те проекты, которые до этого находились в тени, и привлечь к ним активных губернаторов. Вот, например, сейчас губернатор Удмуртии, очень активный, на самом деле, интересный молодой человек, который сам от бизнеса и умеет доносить ценности, умеет создавать новые образы. И даже, ну, то есть, Удмуртия, которую мы знаем там, по бурановским бабушкам, сейчас пестрит новыми фестивалями, новыми проектами, и даже с их микроскопическими бюджетами получается весьма неплохо и активно это развивать. И к этому, кстати говоря, в большой степени помогает бизнес. Ну, например, такие компании, как тот же самый B2B Островок, который продвигает эти направления, который рассказывает о них как B2C, так и B2B аудитории. Ну и, собственно говоря, помогает поднимать это на новый уровень. Так что все это возможно, подключайтесь, мы поможем. А можно еще,
еще один вопросик к этой теме. Вот я еще тоже хочу добавить. Да. Я люблю этот пример. Все-таки почему мы возвращаемся к мастер-планам? И вот вы говорите, ничего не происходит, но вот это как вопрос, что было в начале, курица или яйцо? Чтобы дойти до контента, чтобы дойти до форматов, до бизнеса, нужно вначале правильно все рассчитать. Например, очень люблю этот пример. В Испании, если вы хотите, неважно, мы сейчас говорим в целом, да, про бизнес в городе, если вы приходите в мэрию, в муниципалитет и хотите, вот есть свободная площадка, она сдается, вы говорите, я хочу сделать здесь, допустим, булочную. Генплан города знает о том, что здесь нельзя делать ничего, кроме, допустим, прачечной. Почему? Потому что взвешены и просчитаны все потоки, экономика посчитана. Но зато, если вы готовы вкладываться в этот бизнес, вам дают бизнес-модель, вам дают субсидии, вам дают финансовую помощь, если она нужна. Но, допустим, разные бывают случаи. Человек говорит, нет, все равно хочу то, что вот мне нужно. Выкупить лицензию можно только у предприятия, которое находится в правильном месте, допустим, на соседней улице за 200 тысяч евро. То есть капризы и вне экономики города вещи должны оплачиваться. То есть мы к этому только придем, потому что у нас сейчас не до жиру быть бы живым, улица аптек, улица свадебных платьев, мы это встречали. То есть, к сожалению, сейчас собственники сдают кому угодно, лишь бы иметь аренду. Ставку. Или, допустим, девелоперы строят первый этаж, продают, кто купит. То есть они не говорят, вы не можете сделать 5 аптек, потому что уже в этом жилом комплексе он только построен 4. Поэтому мастер-план – это ключ к успешному бизнесу. И, конечно, все, что вы говорите, правильно. Но не всегда, даже московский, не то что говоря, региональный бизнес может позволить себе правильную модель или правильно подумать. То есть, скажем так, сфера представление инвестиционное в регионах – это или торговый центр, или жилой комплекс. И этого уже в избытке. А что еще сделать, чтобы это окупалось, чтобы точно пошло, чтобы вложенные деньги вернулись вовремя и понимать, когда – это опять-таки умный мастер-план. Поэтому все, что вы говорите, правильно. Но вначале давайте поймем, что делать на местах. Государство не то, что готово, оно стимулирует органы власти на местах. У них есть, если вы знаете, рейтинги у губернаторов и так далее. То есть, по сути, их принуждают делать эти вещи, чтобы потом у вас в хорошем смысле, да, то есть, ну, такой взрослый стимул, чтобы у вас потом была возможность сделать контент. Я вот просто мы видим изнутри это движение, да, и поэтому, конечно, когда вы говорите про там Дагузову, что вот она не услышала про какой-то ваш формат, сейчас разбираются на верхнем уровне, но разбираются в правильном направлении, и в дальнейшем будет очень много этих ячеек для контента, для продвижения и так далее. Ну, то есть вот ну, мы на пороге этих изменений, и мы их увидим очень скоро. Спасибо, Виктория. Можно я, коллеги, позволю с вами категорически не согласиться? Почему? Потому что если вы откроете, например, сайт Rush Discovery, агентство, которое там, на протяжении 15 лет продавало и продает то, чего вообще не покупалось, вы увидите, что оно продает исключительно с помощью контента. Это единственный инструмент, с помощью которого сейчас можно продать путешествия. Поэтому то, чем вы занимаетесь, очень нужно. Нужно нереально, просто действительно на верхнем уровне, пока не до этого, несмотря на громкие заявления сейчас о том, что мы разрабатываем маркетинговую стратегию, нет, мы занимаемся работой с инфраструктурой, то, о чем мы здесь говорили, мастер-планы и все такое. Но давайте честно, мы сейчас вошли в такую стадию, у нас сейчас в нашем рынке очень много денег, причем денег не федеральных, а пользовательских. Их огромное количество. Поэтому абсолютно все, кто работают на рынке снизу, они находятся в жесткой конкуренции, с одной стороны. И конкурируют как локальные бизнесы, так и регионы между собой из-за того, куда поехать сейчас, вот этим летом куда поехать. Вы сейчас не купите практически ничего. А как конкурируют бизнесы? Только контентом. Только контентом. Поэтому работа с контентом – это, ну, как бы, это огромное будущее. Если вы его не видите сверху, это не значит, что он нужен, не нужен. Вот давайте там после сессии сейчас мы завершим. Я готова вам рассказать, что с этим делать с точки зрения там, федерального оператора и локального бизнеса. Да, давайте. Нет, я не говорю, сейчас добавлю буквально пару слов здесь. Да? Я на самом деле не говорю, что он не нужен. Я просто говорю, что он настолько еще не нужен там высшим, да, каким-то там
общем. И плюс вот это вот сейчас все говорите, все правильно, но это немножко такая разница. Вот я сейчас на месте, моя задача там продавать и зарабатывать, да, а вы вот как бы там говорите, это все классно, здорово будет, а мне как бы сейчас надо, да. И поэтому у нас вот этот разрыв, ну как бы в принципе он как бы есть. Вроде все понятно, но нет. Вообще, он сокращается. Да. На самом деле, когда все пандемия началась, вот мое мнение, вот ответьте на этот вопрос, все, ваше мнение. Я еще там в 2020 году, в марте, там видео специально записал, на канал положил прогноз будущего. Я, если честно, вот сейчас все смотря, я вижу так в глобальном смысле. Мне кажется, придет какой-то глобальный национальный оператор, как типа в Китае C-Trip, все заберет, а потом всем по кусочкам будет раздавать. Вот мое мнение, что мы идем к этому прям очень сильно. Не, этот образно там какой-нибудь Сбер Тревел будет, ну образно, но что-то в этом духе, да. Я думаю, что рынок уже консолидируется. Мы просто гордимся тем, что у нас есть такие активисты, и от лица всех спикеров, сидящих здесь, хочу тебя похвалить. Давай еще раз скажем, как тебя зовут? Павел Георгиев. У меня Георгиев, Тревел по фамилии. Павел Георгиев, правильно? Да, да, да. Павел Георгиев, Хайнань, все открыли, загуглили, подписались на парня в Инстаграме, в Фейсбуке. Где на тебя подписаться надо? В Инстаграм, Ютуб. В Инстаграме. Значит, мы сейчас все тебя прорекламировали, на тебя подписываемся. Кирилл Волков, позволите продолжить в кулуарах дискуссию? Да-да, все, у меня вопросы. Да, у нас есть еще один вопрос, и в принципе осталось пару минут. Постараемся на него ответить, чтобы спикеров тоже не задерживать. Вот. А на молодого человека рекомендую обратить внимание Александру Львову. Я передам ссылочку с таймингом. Вот, как только откроется Хайнань, остаться по развитию российско-китайских отношений поможет. Здравствуйте, уважаемые коллеги. Меня зовут Алексей Карпенко. Не слышу. Вот так, поближе микрофон. Меня зовут Алексей Карпенко, Шанхайская организация сотрудничества, ШОС, коротко, международная организация, куда входят Россия и Китай, являются учредителями этой организации. Сейчас практически вся Азия покрыта ШОСом. Так вот, я занимаюсь как раз в этой организации направлением туризма. И еще до пандемии мы запустили большой блок, связанный с развитием туризма. Но началась эта зараза распространяться, безусловно, по туристическому бизнесу он очень сильно ударил. И мы вовремя в рамках ШОС переиграли свою стратегию и запустили онлайн-туризм в марте прошлого года. И неожиданно для нас он выстрелил. И здесь спасибо большое Сбербанку в лице Льва Ароновича, который поучаствовал как раз в этой новой стратегии, нам подсказал. И на данный момент 150 городов и 50 стран включены в наш ореол. Это все континенты, которые участвуют в этом процессе. Что я хотел спросить, вот как раз новые возможности, которые открыла пандемия. Как раз там многие, кто из туротрасли, они вздыхают с точки зрения того, что люди перестали ездить. Для нас, как для сейчас для полноценного уже бизнеса, для стартапа, который вырос и стал действительно такой, можно сказать, серьезной компанией, и мы прошли и Сбер 500, буткемп последний, крайний, и сейчас вышли на американский рынок, в том числе развиваемся активно на американском рынке. И для нас пандемия стала окном возможностей. Мы где-то даже опережаем таких гигантов, как Airbnb. Хотя, по сути, с точки зрения своей бизнес-модели, являемся такой вот достаточно рисковой историей, когда мы продаем контент, людям отдаем контент бесплатно. Мы говорим, ты приходи, смотри, а потом плати, сколько посчитаешь нужным. И для нас эта история была изначально социальная, потому что мы решили поддержать гидов, которые остались без работы в момент пандемии. Они физически не могли водить туристов, потому что их фактически не было в странах. И мы им предложили давать то же самое, но в онлайне. И количество гидов просто выросло в разы у нас. У нас сейчас контент мы генерим это по 5-6 экскурсий в день с разных локаций. И как раз вопрос к вашим к дорогим коллегам-экспертам. Что вы думаете по новым возможностям, которые открыла пандемия? Как пример, онлайн-туризм, онлайн, который сейчас активно развивается, и такие бренды, как Amazon, Airbnb и так далее, они активно развивают это направление. Спасибо. Подожди, давай еще раз скажем, как тебя зовут и как называется твой стартап. Меня зовут Алексей Карпенко. Алексей Карпенко. Да, это туристическая платформа ШОС Join Pro. Joy Pro. Join Pro.
Ну, ты сказал, я надеюсь, что все поняли. Слушай, спасибо тебе огромное за то, что ты пришел, спасибо за то, что ты выступил. Мы абсолютно точно еще раз повторяем, что туризм вернется, туризм будет другим. Мы по-другому будем заказывать туристические услуги, и мы абсолютно точно будем получать новый туристический опыт. Вы никогда не могли себе представить, что вы будете смотреть в свой телефон, да, ну давайте скажем, что мы там сидим с вами еще на пандемии, и будете представлять, что вы там где-то в Лувре или гуляете по улочкам Рима. Сегодня все это есть, онлайн-платформы развиваются, это классно, я так понимаю, что это примерно то, что делаете вы. Мы никогда не думали, что мы будем заказывать себе не экскурсоводов, а местных жителей, находить их в каком-то приложении. Таких сервисов много, за вами будущее, я в вас верю. Если говорить конкретно для вашего развития, вы уже прошли 500 стартапов, мне кажется, что Y Combinator вас ждет в Силиконовой долине, выходите туда, если вам нужны возможности больше. С точки зрения абсолютно точно ресурсности, это Сколково, становитесь резидентами, получайте налоговые льготы. Это возможно, если вам нужны какие-то инвестиции, презентация вас в венчурном клубе бизнес-инвесторов и бизнес-ангелов. Но я так, судя по вашему выступлению, понимаю, что это уже уровень, да, компании SPAC, и у вас завтра IPO почти, поэтому вам мы просто желаем удачи. Всем остальным мы желаем познакомиться с этими двумя молодыми ребятами после этой сессии. Спасибо всем огромное. Передаю слово нашему модератору. Кирилл, я уверена, мы ответили на вопрос. Да, Анисия Робинс это была, спасибо большое. Так вот, что я хотел сказать. Слушайте, на самом деле, Анисию, стартапы и не стартапы, потому что Анисия, между прочим, представляет стартап. Все еще стартап, все еще начинающую компанию. А вчера она докладывала по теме цифровизации и диджитализации напрямую Зарине Дагузовой. Вот, поэтому есть чему поучиться, слушать ее надо. На этом, наверное, мы закончим. Если в кулуарах останутся какие-то вопросы, мы все с радостью ответим. Буквально еще несколько минут мы здесь находимся ВКонтакте, можно обменяться, поговорить на интересные темы, поделиться вашими проектами. В скором времени у нас будет еще ряд travel-стартап мероприятий, демо-дней, поэтому как бы, если у вас есть какие-то идеи, если вы еще о них не знаете, то это тоже можем с вами обсудить. Всем спасибо, я надеюсь, было интересно, полезно. Ждите новостей от нас. Да, ну, только закончили, сейчас закончат, конечно, поменяем.